Привет, друзья! Вы снова на моем канале. Сегодня я показываю, как я фарширую перцы, делаю тефтели. Нам понадобятся перцы. Перцы я уже очистила. Начинаю формировать наши фаршировать наши перчики. Перцы я зафаршировала, и у меня осталось здесь немножко фарша. Из этого фарша я сделаю маленькие фрикадельки. Дорогие друзья, вот такое количество перцев и фрикадельки у меня получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи в новом видео.